Ну, нет, нет. Основой. Нет. Это все-таки мне легче открыть бокалом. Это такой прибор. Да. Ну, не идеально, но почти. Так, Артём, держи. Твоя очередь. Даме, я думаю, после Артёма. Да, конечно. Мы уже два раза опробуем. Да, я думаю, еще раз. Если мне надо объяснять. Я уже назабрировался. Нет, нет, очень сложно, Артём. Ты это более такой, ближе к рукоятке. И давай. И давай, и вперед. Да, и вперед, в сторону Петропавловки. Не-не-не-не, нормально. Это. Может, не ближе к рукоятке, наоборот? Очень близко. Нет, я все-таки ближе сделал. Потому что. Ничего, ничего, нормально. Не говори под руку. Все сделает человек. Подсаблю. Не, я его беру. Да, вот. Да что ты? Очень хорошо относится к своим бутылкам, да. Они не любят клей. Есть обычный нож. Есть, говорит, бокал. Бокалом проще. Гусары из бокала не пили. Ну сейчас все. Ну, сложно. Так я думаю, что девушке доверять не стоит. Это очень сложно. А кстати, у кого бокалы надо будет потом вернуть в полноценную? Разбитые бокалы. Вот, следующий точно ударит, он уже вышел. Это сложный прибор, серьезно. Дадим девушке, я думаю. Пусть попробуем. Да, пусть. Ну давай, так, давай, да. Попробуем. Спасибо. Аромат. Он безопасный абсолютно, потому что ты клонишься под давлением, вылетает и все, и нет, и подгонит туда. Надо нет. Это розовое. Не вот этим, аккуратненько. Нет, это игристое вино, по большому счету. Роза. Розовое. Нет, кстати, шампанское тоже бывает розовое. Очень приятное, как раз для дам. А что, ты пьешь еще? Я могу. Шампанское ты где? Кого еще нету? Основной фотограф. У нас вчера поликлинику открывали, полтак чего-то был. Что-то вас не было. Ну что, давайте, летай. Да. Спасибо. Поддержечку, давайте нам. Ну давайте, давайте. Первый раз. Ой. 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 Получится, нормально. Блин. Под руку не говорите. Может, давайте покажем, да. Да. Давай. Нет, Дима, ты можешь ее руку направлять. Вот так вот? Давай вот так вот. Плоско. Не так, а плоско. Не 45 градусов. Потом шов. И вот этим, вот этой стороной. Вот так вот, плоско абсолютно. Вот так, чтобы шло. Вот так. Все возможно. И даже крупная девушка запросто способна сделать этот, как оказалось, все-таки непростой. Нет. Ты девушке лучше, чем девушка белая. Блин! В отличие от нас. А ты ребята сняли. Все ровненько, прям как настоящая девушка. Женщины могут все просто. Хороший мужчина, это тоже хорошо. А то снимал видео кто-нибудь? Видео? Оставьте визитку, я вам пришлю видео. Спасибо большое. Сам поэтап поколыпался и все. Да. Собственно, даже пальбери надо попали сбежать. Там сейчас помидоры и огурцы. Какие вы носите? Так это в ресторане. Еще немножко. Твои. Все, спасибо. Теперь вас будут приглашать.
приглашать. Спасибо. Будьте здоровы. У меня еще на листе. Самый ровный срез. На самом деле, то, что мы открываем классическим методом, то это очень круто. Кстати, можно на секундочку? Понятно, зачем? Крылышки, маленький уступчик, чтобы срубать. Можно же было делать без него. Гусарам нужно сказать спасибо. Все, дорогие друзья, еще раз всем спасибо. Приятного вам вечера. Рад был всех видеть. Заходите почаще в ателье Абрау. Спасибо. Видео, да? Еще? Конечно. Добавляйте, раз есть. Ой! Прям. Чтоб жизнь такая полная была у вас. Да, через край. Спасибо большое. Прям круто. Можно с вашей чудесной руки? Вы молодец просто. Как вам удалось открыть? Я сама не знаю. Да, потому что даже мужикам не удалось. С первого раза, да. Мужчина очень так скромно, а тут прям срубился. Умница, вот. И коня нас как у остановит. Собственно, да. Вот. Какие девушки по правде все работают. Я просто с дома, поэтому мы на дону можем все. Так, пойдем бокал. Все разлим? Замечательно. Нет еще бокала? Нет. Молодцы, молодцы, просто вообще. Замечательно, ваш шампанское. Андрюша, ну тебе надо обязательно с бокалом. Хорошие ребята, такие умницы вообще. Наливай себе. Андрей, дайте еще. Да, сказали 310 рублей стоит. Очень вкусная. Есть, да? Вот, наверное, самая вкусная. Спасибо. 310, девчонки. Твоя любимая, да. Вы сказали, 310 это розовое, да? Вот это 310. Да, это розовое. Розовое полусладкое, да. Господа, ну уже надо сейчас будет закругляться. У вас как день? Ну да. Да. Вот это я покупаю. Олег, надо выпить за королеву Абрау Дюрсо. Точно? Да. Пьем за королеву Абрау Дюрсо. Да. За королеву. А вот другая девочка выходит, с которой мы там хотели купаться. И она тоже купалась. Какая же вода? Я не буду пить. Сущинский закат. Скажи, как это? А вот это я поехал в Красную Поляну. Вот это река, которая в Красную Поляну. Я проще вам в обмен на бокалы, что осталось в бутылке.